На заседании Михайловской районной думы 25 июля были заслушаны 4 доклада. В Большом зале районной администрации в городе Михайлове в роли первого докладчика выступила начальник финансово-казначейского управления Лидия Черных. Она говорила о бюджете муниципального образования Михайловский муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Средства целевые, соответственно, направляются на те расходы, на которые они были заявлены. 2 миллиона выделено из резервного фонда правительства Рязанской области на проведение ремонтных работ в учреждении образования и 104 тысячи субсидий на реализацию программы развития культуры на 2015-2020 год. Остатки собственных средств в размере 525 тысяч рублей также планируется направить на увеличение расходной части бюджета. Из них 355 тысяч рублей планируется направить на внесение изменений в генпланы Слободского поселения и Грязновского сельского поселения. И 170 тысяч рублей планируется направить на увеличение текущих расходов по разделу «Общегосударственные вопросы». В настоящий момент установлен новый норматив рыночной стоимости для третьего квартала года. По этой теме на заседании озвучили два вопроса, касающихся строительства приобретения 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании Михайловский муниципальный район. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты на третий квартал 2018 года в размере 25 750 рублей. Завершающим этапом думских слушаний стал доклад, зачитанный консультантом-архитектором Эльвирой Кургановой. На повестку дня встало назначение публичных слушаний по двум проектам – планировки и межевания территории для строительства объекта в деревне Дмитриевка. Создать комиссию для проведения публичных слушаний в количестве 5 человек в составе в соответствии с проектом решения. И прием заявок и предложений на участие в обсуждении проектов предлагается производить по 24 августа 2018 года в зданиях администрации Михайловского муниципального района и Городоставского сельского поселения с 8 до 17, кроме субботы и воскресенья. Предложенные вопросы рассмотрели депутаты Михайловской районной думы. По ним были приняты соответствующие решения. Кто за данное решение, прошу голосовать. Прошу опустить. Против. Воздержались. Принимается единогласно. Владислав Окороков и Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.